Приветствую вас, Анна. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется, наверное, сказать, что вы до сих пор не пережили травму расставания. И, с одной стороны, до сих пор вас горит. По моему мнению, обида, злость на мужчину. Но что самое главное, это то, что вам плохо с собой. То есть, да, понятно, что вы не хотите туда, ну вот, я имею в виду, да, вот туда, вы не хотите, в принципе, я вас понимаю, да, я понимаю, почему вы туда не хотите, но дело немножечко в другом, дело все в том, что вас туда тянет, и тянет вас туда не просто так, тянет вас туда, потому что вам на себя ориентироваться сложно, вам на себя ориентироваться тяжело, и это та причина, по которой вы, ну вот, сомневаетесь, по которой вы, что называете, как вы сами говорите, плывете. Вот. Я не считал, что это трагедия, вот, что вы плывете. Если вам интересно мое мнение по данному вопросу, я не считаю, что это прям такая вот серьезная прям трагедия. Вот. Но это, безусловно, свидетельствует о том, что вы, ну, что вам вот с собой как раз трудно. Вот это свидетельствует о том, что вам с собой как раз таки, ну, тяжело, вам с собой некомфортно. То есть вы стремитесь, на мой взгляд, раствориться в человеке. Ну, это то, что я вижу, я могу быть неправ, безусловно, вот. И мужчина это чувствует, мужчина это знает, тут момент еще в том, что как человек, который боится близости, вы сначала можете очень долго, мощно, сильно отталкивать, ну, партнера, вот. А потом вы можете, значит, стараться слить человек. Понимаете? Вот. Поэтому здесь, конечно, не все так очевидно на
ну, на мой взгляд, да. Вот, и, соответственно, ну, как бы, работать вам, по моему мнению, нужно над тем, что себя вам недостаточно, над тем, что вам нужен тут еще, нужно опереться на кого-то, на отношения, на мужчину, вот, раствориться в нем. А если вы не с ним, то вот как бы что вы делаете, да? И есть вот ощущение, что вы пытаетесь получить таким образом очень много внимания. Себе есть ощущение, что вы вот таким образом пытаетесь, ну вот, работать в том числе с психологами, вот, вы пытаетесь компенсировать вот это вот внимание, которое вы, ну, потеряли, когда мужчина от вас ушел. Вот. Я думаю, что вам свойственна ревность. Я думаю, что, ну, вы умеете ревновать. Я так полагаю, что вам это свойственно. Я думаю, что и мужчина ваш тоже ревнует. Вот. То есть я понимаю, что это прозвучит, наверное, очень самоуверенно, но надо с ним говорить, что не ревнует, это, скорее всего, это неправда. Вот. То есть, даже с ним говорить, что не ревнует, скорее всего, он ревнует все равно в любом случае. Вот. Поэтому, как бы, я думаю, что здесь такой вот момент, момент есть. Дальше, значит, давайте, значит, поисследуем. Дело в том, что так, у меня остался наставник, когда наши отношения дошли в тупик, я достойно лучшего. Как вы восприняли? Привел девушку домой. Объясняет пастор Гримс, и негде было переночевать, она обратилась к нему. В общем, один вечер он бросил меня и изменил. Ну, вы понимаете, что нельзя бросить и изменить, да, то есть, как бы, ну, если человек вас бросил, да, то он уже, ну, как бы, он уже как бы не с вами, да, и, соответственно, то, что он делает, ну, изменой назвать нельзя. Я понимаю, что вам это может быть неприятно, я понимаю, что вам это может быть некомфортно, да, но вот это правда, к сожалению, да, то есть то, что вот вы говорите по поводу вот того, что человек вам одновременно изменил и бросил вас, ну, это не совсем это правда, потому что так делать нельзя. Другой вопрос, что у вас определенные ожидания были по отношению к нему. Вот это я верю вам. То, что вы от него, ну, хотели чего-то. То, что вы от него ждали чего-то. В это я верю вполне себе хорошо. Вот. Ну, другое дело, что мало что это меняет, по крайней мере, для вас, да.
Вот. Ну, разве что вы можете подпитывать в себе какую-то обиду, но опять же, что вам это даст? Вот. Дальше. Идем. Так, состояние мое было такое, слова меня писать, я работала с несколькими психологами одновременно, также лечила себя алкоголем, словом, тяжело пережила этот разрыв. Анна, ну я не думаю, что это очень хорошая идея, что лечить себя, работать с несколькими психологами, я даже скажу больше, это очень вредно, это совершенно бесполезно и вредно делать то, что сделали вы. Поэтому простите, я не думаю, что вы занимались именно вот такой серьезной психотерапией. Я думаю, что это не было психотерапией. Я думаю, что это было что-то другое. Я думаю, что это была не психотерапия. Это была видимость психотерапии. Я не буду настаивать, да, потому что, ну, понимаю, что вы со мной, может быть, не согласитесь. Вы со мной можете не согласиться, и ну, это ваше право со мной не соглашаться, но категорически не рекомендуется работать с несколькими психологами. Вот. Просто категорически. Вот. И я не думаю, что вы об этом не знали. Вот. И я думаю, что самое неприятное здесь то, что психологи не могли об этом не знать. И они с вами работали. То есть их профессионализм вызывает вопросы. Вот. Но это в любом случае, это уже ваша ответственность здесь, то, что происходит. Я могу лишь только говорить ну, о каких-то моментах, да, постфактум, к сожалению. Вот, потому что, понимаете, это больше похоже на получение внимания, на именно вот компенсацию. То есть я пытаюсь компенсировать себе то, что потерял. Да, вот, ну, как раз человек. Вот. К сожалению. Дальше идем. Значит, так. Я так, теперь он появляется опять на моем горизонте, пристает ко мне, пытается обнять, даже подзывает, трогает меня, не слышит моей просьбы, не прикасаться к нему, потому что знает, что просьба не всерьез. Вот он знает, что к вам можно не прислушиваться, потому что вы нуждаетесь в нем, и вы чувствуете себя неуверенно, и он это чувствует достаточно хорошо, даже, что вы неуверены. Поэтому можно вас игнорировать, скажем честно. Вот. Но в целом это, конечно, человек, который вот, в какой-то степени близости боится, да? Это правда. Вот. То есть, ну, это человек, который играет вот в эту игру, да, ты догоняешь, я убегаю, я догоняю, ты убегаешь, то есть вот в эту игру в данном случае играет ваш бывший мужчина, вот, и к сожалению, эта игра имеет все шансы продолжиться, если вы не
поработайте с собой, если вы не подкорректируете себя, свое вот, ну, свое восприятие себя, да, если вы не станете более твердо стоять на ногах, вот, если вы не станете больше себе доверять. Вот сейчас я, ну, думаю, вы не будете спорить, что одно вам тяжело. Вот. То есть уход молодого человека вас задел, и задел, ну, достаточно сильно, я думаю, вы не будете с этим спорить. Вот. А дальше. Так, говорит, скучаю, даже любит, я, конечно, верно, все равно мурашки по коже. А вот, а чего мурашки по коже? Если не верите. А вы сами, что сами чувствуете к человеку? Вот. У вас какие чувства к нему сейчас? Это не надо обесценивать. Знаете, вы, ну, как бы подавляя, вы ничего не добьетесь просто. Так, я 1000 раз представляла себе именно такой итог, мечтала даже об этом, на кроме одного, и хотела его жестко послать на его заявление. Ну, то есть, по сути, вы говорите о наказании. Я хотела его наказать. Вот. Скажите, а вот... Но откуда, с чем связано это желание наказать человека? Ну, то есть, вот, жестко послать, это уже про наказание, я правильно понимаю? Наказание, месть, вот, и, соответственно, вы считаете, что вы можете наказывать человека, вы считаете, что, ну, вправе это делать. Я имею в виду наказывать. Но... мужчину, вы считаете, что можете это делать. Я вас не обвиняю, я просто понять хочу. Вас, вот вашу какую-то позицию, да, хотел бы ее, ну, лучше хотел бы ее понимать, потому что пока что, ну, есть некоторые вопросы, понимаете, к вам. Вот. И именно вот в данном ключе, в данном контексте, вот именно как вот вы все это видите, да, как вот вы все это, ну, представляете и так далее. Вот. На мой взгляд, это важно. Дальше. Так, значит, теперь понимаю, что плыву, что это, знаешь, не могу я этого сделать, как забрать тебя в кучу. Вот не могу. Не могу послать человека, да? Получается. Что противится? Что противится тому, чтобы послать человека? Что вас противится, например? Вот. Я думаю, что это противится. Вот. Что противится? Давайте подумаем на эту тему. Тоже. То, что не можете,
Я понял, что не может, ну, то, что не получается у вас, я понял, то, что вы не можете его послать. А вот не могу, с чем связано, ну, вот не могу, это не могу что делать. Сейчас, например, сейчас я думаю, допустим, что если я его пошлю, например, то что произойдет, если я его пошлю? Вот что будет, что случится тогда, если я его пошлю? Вот давайте постараемся определить этот момент. Постараемся. Да? Просто постараемся. Дальше, как собрать себя в кучу? Ну, чтобы собрать себя в кучу, нужно понять, что у вас из этой кучи, что вас превратило в кучу, да? То есть, что вас превратило не в кучу. Пока я вижу только такие довольно общие, я бы сказал, фразы достаточно и все. То есть этого мало. То есть можно, конечно, только предположить вот то, что я предположил, да, но я думаю, что и вы сами понимаете, что этого, ну, в принципе, этого, ну, недостаточно. То есть вы сами понимаете, что это не решит ваши проблемы. Как мне вот, ну, вообще вот, в принципе, не очень понятно, если вы работали с несколькими психологами, да? Ага, вот. И вам, судя по всему, это не очень помогло. Сейчас вы обращаетесь на сайт. И что? То есть, вы обращаетесь на сайт, и вы надеетесь, что вам вот так вот в ответ на ваш текст помогут. Ну, мне кажется, что либо это жесточайно, и вам действительно нужна помощь, тогда выбираете себе специалиста и начинаете работать, либо вы снова привлекаете к себе внимание, как в общем-то, уже делали, работая с несколькими специалистами. Как реагировать на его провокации? А как вы сейчас реагируете на его провокации? Вот как реагируете на его провокации? Ну, в принципе, так и реагируете дальше. Ну, то есть, такая и будет реакция ваша. Вы не сможете реагировать по-другому. Если вы думаете, что у вас получится, то вы ошибаетесь. Нет, не получится по-другому реагировать. Это невозможно. Так. Дальше. Сейчас. Так, мне туда нельзя, да и не хочу, я там была, ничего хорошего там нет. А что там должно быть по-вашему? Мои эмоции, чувства. Давайте их разберем. Что это за эмоции, что за чувства? Они еще есть, очень надеюсь на вашу помощь. Ну, нужно разбирать ваши эмоции и чувства. Я полагаю, что если вы научитесь в них разбираться, то все будет у вас лучше. А на этом все, я надеюсь. Что, помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.